Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости, любители песни. У нас сегодня приятная встреча с человеком, целиком и полностью посвятившим жизнь свою, свой дар и свое мастерство Ее Величеству песни, музыки. Мы не будем углубляться в хронологию его жизненного пути. Наша задача и желание автора — представить зрителю то, чем он дышит, то, посредством чего он рассказывает о дорогом и близком, о великом и незыблемом, о том, ради чего творит. Итак, знакомьтесь, поэт, композитор, исполнитель, педагог, руководитель народных самодеятельных коллективов, отличный работник культуры Приднестровской Молдавской Республики Владимир Афиногенов. Давайте начнем с приятного, с поздравлений. Приглашаю на сцену начальника управления культуры Аллу Викторовну Чербуленко и художественного руководителя Дворца культуры Дмитрия Петровича Мазура. Добрый день, дорогие рыбничане, добрый день, Владимир Васильевич. Я хочу начать с ответственного поручения и передать поздравления начальника Государственной службы по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики Марии Андреевне Кырмыз. Действительно, талант Владимира Васильевича известен по всей республике. Его песни, его произведения отличаются собственным каким-то индивидуализмом и в то же время лиричностью и любовью к нашей родине. 30 лет творческого пути дают возможность подвести уже некоторые итоги. Они достаточно внушительны, вы сегодня это все увидите. Так случилось, что все 30 лет рука об руку с вами идет ваше детище, ваш коллектив, ансамбль песни «Червницы». Так что сегодня двойной юбилей. Итак, от Марии Андреевны я хочу вручить вам грамоту за добросовестный труд, высокий профессионализм и активное участие в культурной жизни Приднестровской Молдавской Республики. Ну а от всех работников культуры, от управления культурой мне хочется пожелать вам здоровья, новых творческих успехов. Мы ждем ваших произведений каждый раз, как какое-то новое маленькое чудо. Поэтому я желаю, чтобы вы нас дальше радовали и радовали. И чтобы вот та творческая атмосфера всегда у вас сохранялась. Ну, с праздником! Добрый день, дорогие друзья! Владимир Васильевич, добрый день! Сегодня действительно очень красивый праздник, правда. И вот выходил на сцену, думаю, какие слова сказать. Самые добрые, самые лучшие слова, которые можно придумать. Этот человек действительно заслуживает. Это трудолюбие, это целенаправленность. И, дорогой Владимир Васильевич, от имени всех работников Дворца культуры, от творческих работников, счастья, здоровья, благополучия и, самое главное, здоровья. У тебя все есть. Рыбничанам желаем сегодня прекрасного вечера. Музыка — это не только лишь звук. Музыка — это движение. И вылетает, как птица из рук, нот беспокойных кружения. В начале 2000-х при Рыбницком казачестве был создан казачий хор, которым несколько лет руководил Владимир Васильевич. И для них он написал балладу. А нашу концертную программу открывает Рыбницкий сводный хор «Диапазон», обладатель гран-при первого республиканского конкурса «Турнир хоров Приднестровья». Встречайте!
гордости России. В Париже и Берлине знали русских казаков, Болгарии принес казах свободу. Фашисты испытались стать прославлены клинком и силу возмущенного народа. Фашисты испытались стать прославлены клинком и силу возмущенного народа. Забыты. И если мы сегодня снова видим казаков в былом обличии, красе и силе, то значит избыли баллады песенных стихов, казачество воспрянет с новой силой. То значит избыли баллады песенных стихов, казачество воспрянет с новой силой. Музыка, дымка над рекой, луговыми травами пахнет край родной. Приднестровье, милое, ты в моей душе, всюду, где бы ни был я, помню о тебе. В исполнении хора звучит авторское произведение Владимира Афиногенова «Приднестровье родное».
нет прекрасней на свете той земли, на которой живем. Отчизной, восхищаюсь тобой и люблю. И горжусь я своею отчизной, восхищаюсь тобой и люблю. Отдаленнее война, все меньше в мире ветеранов. Мы будем помнить вас всегда, кто победил в борьбе с врагами. Память. Слова Владимира Рассохина. Музыка Владимира Афиногенова.
безмятежна, родная страна, и предрассветный туман у Днестра. На обелиске у каменных плит солдат приднестровский на страже стоит. На сцене народный самодеятельный коллектив, вокальный ансамбль «Шанс» с песней «На обелиске». Слова Валерии Платян, музыка Владимира Афиногенова. Воды седого Днестра, как вероломно пришла та война, как ополченцы сражались с врагом, насмерть стояли за свой отчий дом. Авторская песня Владимира Афиногенова «Ополченцы». На сцене Роман Гальчинский и вокальная группа А3. Помнят воды седого Днестра, как вероломно пришла та война, как ополченцы сражались с врагом, насмерть стояли за свой отчий дом. Вы в Приднестровье всегда защищали, сил не жалели, в бою погибали, а
на защиту страны молодой. Стали вы все неприступной стеной, нашу республику вы отстояли. Все вы героями нашими стали. Будем мы помнить ваш подвиг всегда, вами гордится родная страна. Многие годы уже позади, после той страшной, ненужной войны. Сколько невинных погибло людей, сколько солдатских в слезах матерей. Вы в Приднестровье всегда защищали, сил не жалели, в бою погибали. А на защиту страны молодой стали вы все неприступной стеной. Нашу республику вы отстояли, все вы героями нашими стали. Будем мы помнить ваш подвиг всегда, вами гордится родная страна. Наши солдаты всегда на посту, мирную жизнь охраняют в строю. Можем спокойно и мирно мы жить, будут покой наш надежно хранить. Вы в Приднестровье всегда защищали, сил не жалели, в бою погибали. А на защиту страны молодой стали вы все неприступной стеной. Нашу республику вы отстояли, все вы героями нашими стали. Будем мы помнить ваш подвиг всегда, вами гордится родная страна. Нашу республику вы отстояли, все вы героями нашими стали. Будем мы помнить ваш подвиг всегда, вами гордится родная страна. Песни Владимира Афиногенова исполняют не только участники коллективов, которыми он руководит, но своим творческим талантом он щедро делится с коллективами разных жанров, в частности, с ансамблем скрипачей. Для вас звучит романтический вальс, исполняют ансамбль скрипачей, коллектив бального танца «Вдохновение». Соло на аккордеоне Владимир Васильевич. Встречайте. Thank you.
Уважаемый Владимир Васильевич, сегодня вас пришел поздравить один из многочисленных ваших поклонников и ваш коллега, композитор, поэт и исполнитель Анатолий Пчелов. Thank you.
исполнении Анатолия Пщелова для вас прозвучала музыкальная композиция «Пробуждение» — музыка Владимира Афиногенова. А коллектив, который сейчас выйдет на сцену, хорошо знаком своим творчеством жителям нашей республики. В этом году он отмечает свой 30-летний юбилей. И вот уже 10 лет этим коллективом успешно руководит Владимир Васильевич. Встречайте! Народный самодеятельный коллектив, ансамбль «Чаровницы». «Приднестровский берег». Слова написаны тираспольской поэтессой Ольгой Молчановой. А мы продолжаем. Через несколько дней наш город отметит свой юбилей. И этому событию посвящена следующая песня. «Хорошеешь ты день ото дня, нет милее мой город тебя. Это Рыбница, песня моя, с днем рождения, город тебя». Песню на слова Валентина Ткачева исполняет народный самодеятельный коллектив группа «Sunlight». Добрый день, уважаемый Владимир Васильевич. Можно вас пригласить, пожалуйста, к нам?
под ваши бурные аплодисменты. Хотелось бы вас поздравить с этим знаменательным днем, пожелать вам богатырского здоровья, счастья, радости, удачи. И, конечно, чтобы у вас всегда были такие же яркие поклонники, как сегодня присутствуют в зале. Счастья вам! Давайте еще раз поздравим с днем рождения! С праздником! Стоит на Днестре, там блестят купола на холме. Каждый день, каждый миг, каждый час эта рыбница смотрит на нас. И цеметник, и ты, сыровар, и водитель, и ты, сталевар, и учитель, строитель, швея. Это рыбница, наша семья. И заводы твои, и мосты, и дороги твои, и кресты. Даже скорбная ноша твоя, это рыбница, память моя. Городской холодит ветерок, священный порог, дорогая родная земля, это рыбница, песня моя. Хорошей будет отлично у нас. Много наш город невзгод пережил, но покровитель святой Михаил беды с небес отвергает от нас. Верим, все будет отлично. Петь не так уж просто, с песней всем нам легче жить. Песня есть и песня будет вновь нам душу теребить. Группа Sunlight с песней «Наша судьба». Все бывает порой в нашей жизни с тобой, и разлуки, и ссоры, и счастливые дни нашей нежной любви, и вечерние споры. Нас наша судьба вместе свела, чтобы мы рядом были, и только с тобой радость и боль вместе делили, друг друга любили.
на все зимы и весны. Нас наша судьба вместе свела, чтобы мы рядом были, и только с тобой радость и боль вместе делили, друг друга любили. Пусть проходят года, вас, уважаемый Владимир Васильевич, счастья огромного, здоровья и успеха! Нас наша судьба вместе свела, чтобы мы рядом были, и только с тобой радость и боль вместе делили. Анатолия Пчелова. Thank you.
Сегодня в нашем концерте принимают участие солисты вокальной группы «Шанс», которая была основана Оксаной Владимировной Паята. В память об этом талантливом и замечательном руководителе Владимир Васильевич написал «Реквием», который впервые прозвучит сейчас в исполнении первого состава ансамбля «Шанс». Ты этот мир покинула внезапно, и сразу появилась пустота. И если бы ты знала, как печально жить дальше и работать без тебя. Ты всей своей улыбкой согревала и покоряла зрителей сердца. И очень жаль, когда тебя не стало. Мы друга потеряли навсегда. Всегда для нас примером ты служила. Большой талант Всевышний дал тебе. Но почему судьба несправедлива таким прекрасным людям на земле? Мы все актеры только в этой жизни, а режиссер нам сверху правит бал. И по ладони не прочесть всех линий, кому какая выпадет судьба. Но мы стараемся продолжить дело. Ему ты в жизни столько отдала. И мысли, и душа твоя болела за коллектив, который ты вела. Мы верим, что с небес ты наблюдаешь за тем, как на концертах мы поем. И до сих пор всех нас ты вдохновляешь служить искусству, быть всецело в нем. Всегда для нас примером ты служила. Большой талант Всевышний дал тебе. Но почему судьба несправедлива к таким прекрасным людям на земле? Мы все актеры режиссер нам сверху правит бал. И по ладони не прочесть всех линий, кому какая выпадет судьба. Большой талант Всевышний дал тебе. Но почему судьба несправедлива таким прекрасным
режиссер нам сверху правит бал. И по ладони не прочесть всех линий, кому какая выпадет судьба. Продолжается наша жизнь. Подрастает новое, талантливое, любознательное поколение, жаждущее творческих высот и признания, выбирающее свой путь. Вас приветствует молодой состав вокального ансамбля «Шанс». В исполнении этого замечательного молодого коллектива прозвучит авторское произведение Владимира Васильевича «Наши пути». Которые надо пройти, но каждый из нас выбирает.
Уважаемый Владимир Васильевич, вы очень трудолюбивый, добрый и отзывчивый человек. Это не просто хорошие слова в ваш адрес по случаю юбилея. Подтверждением этих слов служит то, что уже много лет вы сотрудничаете с Рыбницким управлением народного образования. Вы делитесь своим талантом с нашими юными горожанами, принимая активное участие в воспитании подрастающего поколения. Вот и сегодня вас поздравить пришли юные вокалисты детского коллектива «Планета детства», которые исполнят песню, написанную вами, песню о профессиях. Существовал такой ансамбль под названием «Русская душа». Им я несколько лет руководил. И для них, как бы визитной карточки, я написал песню, которая так и называется «Русская душа». Исполнит сейчас наша очаровательная чаровница эту песню. В двух словах я... Секундочку, Ирочка. В двух словах я хотел... раскрыть суть загадочной русской души,
в такой полушутливой форме. Ну, вам судить, что с этого получилось. Пожалуйста. Что умом нам не понять, для души не тайна, на себя готова взять все наши страдания. Но у русских, у людей ты душа особая, не познать тебя чужим, ты для них далекая. А в народе говорят, что душа потемки может разгадать ее суждено потомкам. Русская, русская, русская душа, до чего открыта ты, до чего проста? Русская, русская, русская душа, до чего наивна ты, до чего свята? Любишь ты народные песни за столом, танцы хороводные, пляски над костром. Сколько горя видела на Святой Руси, сколько и страдалась ты на своем пути. Открыта для друзей нараспашку вся, и последнюю рубаху снимешь ты себя. Ну а если вдруг тебя за живое взять, за себя наверняка сможешь постоять. Русская, русская, русская душа, до чего открыта ты, до чего проста? Русская, русская, русская душа, до чего наивна ты, до чего свята? Любим мы копнуть в душе, вывернуть наружу и залить ее вином и в жару, и в стужу. И живет у нас в душе и печаль, и радость, а залечивать ее нам придется в старость. Только ведомо душе, что же будет с нами после жизни на земле, там под небесами. Может, в ад ты попадешь, может, в поднебесье, а пока во мне живешь, хорошо на месте. Русская, русская, русская душа, до чего открыта ты, до чего проста? Русская, русская, русская душа, до чего наивна ты, до чего свята? Русская, русская, русская душа, до чего открыта ты, до чего проста? Русская, русская, русская душа, до чего наивна ты, до чего свята? Русская, русская, русская душа, до чего наивна ты, до чего свята? Уважаемый Владимир Васильевич, мы просим вас сюда. В народе говорят, что человек, когда он что-то доброе свершает, то свой земной, свой человечий век не менее чем на год продлевает. И потому, чтоб жизнь не подвела, и чтоб прожить нам более столетия, шагайте, люди, избегая зла. И помните, что добрые дела – вернейшая дорога в долголетие. Сегодня эти слова мы адресуем нашему любимому руководителю Владимиру Васильевичу Афиногенову. Он действительно поистине творит добро, наделяет наши души и сердца такими прекрасными мелодиями и песнями, за что мы вам очень благодарны. Мы от всей души желаем вам крепкого здоровья, творческого вдохновения и счастливого долголетия. Долго-долго радовать нас своим творчеством! Все вас потом поцелуем. Премьера песни «Пожелание».
солнце теплое зайдет над нашими садами, и урожайным будет год, и хлебом, и дарами. Пусть радость дети принесут, и род ваш продолжают, и только в мире пусть живут, всегда вас понимают. А мы желаем вам, друзья, исполненных желаний, успехов и удачи вам, чтоб в жизни не скучали. Здоровья, мира и добра, чтоб горя вы не знали, и наступивший новый день улыбкою встречали. Пусть чистым будет небосклон, а дружба миром правит, и счастье входит в каждый дом, и сердце наполняет, и каждый пусть любовь найдет, и по душе работу, а друг поддержит и поймет, и проявит заботу. А мы желаем вам, друзья, исполненных желаний, успехов и удачи вам, чтоб в жизни не скучали. Здоровья, мира и добра, чтоб горя вы не знали, и наступивший новый день улыбкою встречали. И пусть задорный детский смех услышат в каждом доме, и пусть во всем вас ждет успех, в быту и на работе. Пусть полной чашей будет дом, и дети не болели, и чтоб всегда звучали в нем любимые напевы. А мы желаем вам, друзья, исполненных желаний, успехов и удачи вам, чтоб в жизни не скучали. Здоровья, мира и добра, чтоб горя вы не знали, и наступивший новый день улыбкою встречали. Наступивший новый день улыбкою встречали. Вспомнят замечательное произведение из школьной программы «Алые паруса» Александра Грина. По мотивам этой повести и написана следующая авторская песня «Ассоль». Встречайте. Обладала темной красотой.
оставить след так важно на земле поступком, словом или трепетной любовью. Оставить след в истории, в судьбе и в чьей-то памяти, окрашенной тобою. На сцене вокальная группа «Sunlight» с премьерой песни «След». Автор Владимир Афиногенов. Встречайте! Будто счастье о стену разбилось. Очень жаль, что мы с тобой расстались. Только в памяти моей остался след, след, след. В памяти остался след. Нашу музыкальную программу продолжает эстрадный оркестр «Рыбничане». «Папа Руде» – молдавская народная песня. Аранжировка Владимир Васильевич Афиногенов. Оркестр «Рыбничане».
одна любовь. Слова и музыка Владимира Афиногенова. Поет лауреат многочисленных международных конкурсов Сергей Владимир. Я хочу сказать от всего коллектива, мы вас любим искренне, мы вас уважаем. И хочу, чтобы вы следующую песню, которую я исполню, не переживали за кулисой, а со мной вот здесь. И вы нам поаплодируете всю песню, правильно? Много красивых подруг рядом с нами и вокруг. Только как нам выбрать ту, что подарит нам любовь и мечту? Но нам найти ту одну, что и в радости в виду, будет рядом и с тобой, будет верною женой. Но бывает иногда, что не сходится судьба, и любовь у них прошла, и любовь у них прошла. Я надеюсь, та одна, что со мною навсегда, все разделит и поймет, и свою любовь. Но среди всех лишь одна, дорога мне и мила. С ней создали мы семью, с ней по жизни я иду и люблю. Много зависит от нас, чтобы был наш не угас, чтобы счастье и любовь познавали каждый день. Вновь и вновь бывает иногда, что не сходится судьба, и не ладится семья, и любовью не прошла. Я надеюсь, та одна, что со мною навсегда, поймет и свою любовь найдет. Как нам найти ту одну, что и в радости в виду, будет рядом и с тобой, будет верною женой. Но бывает иногда, что не сходится судьба, и не ладится семья, и любовь не прошла. Я надеюсь, та одна, что со мною навсегда, все разделит и поймет, и свою любовь найдет. Я надеюсь, та одна, что со мною навсегда, все разделит и поймет, и свою любовь. А теперь попросим всех участников на сцену.
дочурка нас попросит колыбельную испеть. Песня в душу западает, легче горечь с ней забыть. Песня чувства обостряет, веселее с нею жить. Песня в душу западает, легче горечь с ней забыть. Песня чувства обостряет, веселее с нею жить. Ей идут солдаты, запевают на плацу, а военные парады маршируют с ней в строю. Вам, что вы пришли на мой концерт. Владимир Васильевич, позвольте нам выразить огромную благодарность за ваш неоценимый труд и за то, что вы всегда нам помогаете, и за ваши бесценные песни. Они, правда, стоят того, чтобы их петь каждый день. Спасибо вам огромное. Благодарим всех вас за внимание, а также всех тех, кто внес свою лепту в эту концертную программу. Детский вокальный ансамбль «Планета от детства». Детский коллектив бального танца «Вдохновение». Отдельная благодарность звукорежиссеру и аранжировщику Юрию Деревчуку. Спасибо всем за внимание!